Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. Сегодня 11 февраля, не за горами праздник День Святого Валентина. И в этот праздник я подготовил специальный макет, красивый, с несколькими вариантами отображения, где вы сможете заменить быстро некоторые элементы на свои данные. Например, вы хотите поздравить любимого или любимую, вы сможете очень быстро воспользоваться данным макетом, выбрав из нескольких вариантов. Давайте посмотрим. Архив вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании этого видео. Здесь вы увидите исходники JPEG файлы, обычные картинки, и будет папка PSD. Она нам и нужна для Photoshop. Мы ее открываем. Я беру понравившийся мне вариант, кликаю два раза левой кнопкой мыши по PSD исходнику. Здесь я нажимаю ОК. И наш исходник открывается в Photoshop. Конечно же, вы можете добавить какой-то текст, просто взяв инструмент T и написать прямо вот на этом большом сердце. Но здесь есть вот заготовленный вот такой вот текст. Как его редактировать? Здесь вот есть папочка, мы ее раскрываем. И здесь есть смарт-объект. Два раза левой кнопкой мыши по нему кликаем. ОК. И здесь пишем что-то свое. Здесь можно глазиком отключить данный слой. Взять, например, инструмент Т. Выбрать красивый шрифт и что-то написать. Так, я написал текст, у меня он очень маленький. Я выберу какой-то цвет. Выберу размер побольше. Дальше. Нам нужно выделить текст и подобрать подходящий шрифт. Например, выберу вот такой. Далее. Также выделяю текст и сделаю небольшое искажение. Что-то вот типа такого. Хотя нет, не очень нравится мне это. Наверное, лучше вот так оставлю. Вот. Далее. Нам нужно посмотреть, как это выглядит. Мы нажимаем файл сохранить. Здесь у нас, в принципе, уже смотрится нормально, но мелко. Еще попробуем увеличить. Попробуем сейчас вот так. Сохранить. И вот так вот примерно. Но опять же здесь, я считаю, немножко мелковато. Может быть, стоит подобрать другой какой-то шрифт. Но принцип вы поняли, как легко здесь что-то заменить на свое. В остальном у нас дальше идет просто JPEG картинка. Эти элементы у нас не меняются, коробочки и вот это сердце. Но вы можете написать прямо на сердце, вот на этом большом, просто взяв инструмент Т и здесь что-то написать. На этом я урок заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Надеюсь, вы подготовите какую-то красивую картинку к празднику. Если для вас это было интересно, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом здесь все и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью.
лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.